Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть Heels of Steel, и играем мы за Скорпиона. Давайте, он у нас полностью прокачанный Скорпион. И мы играем в летний режим. Посмотрим, сколько сможем мы на Скорпионе пройти волн так называемых боссов. Уничтожаем, смотри. Чисто жалом. Вообще нормально. С одного удара. Отравляшка также уничтожает танки. Смотри. Опа, Игорь умер. О, а вот и наш первый, ребятушки, босс. Как быстро мы прошли, да? Так, давайте в него стрельнем один раз, посмотрим, уничтожится, нет он. Нет! Ему одного удара мало. Но получай второй. Хорошо. Давайте подлечимся. О, 100%. 100% подлечились. Ох, нифига, дружище, извини, прости. Я не хотел. Так получилось. Просто стрельнул, и он как раз подлетел. Так, ну тебя я жалом щелкну. Опа, видишь, смотри. Я просто стрельнул. И тут танк оказался на пути. На пути пивка, такого харчка. Мы харькаемся какими-то яйцами зелеными. Ну, такое впечатление, да? Ну, на самом деле, это отравляющее. Отравляющий такой сгусток материи. Ну, это же Скорпион. Ну, интересно, кстати, танк сделали. Такой вот мощный. Опачки, опачки. На, стреляем, стреляем. Готов. Готово. Уничтожаем. Так. Ты не пройдешь танк. Вот еще, смотри, сколько танков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте всех уничтожим. И у нас вторая волна, ребята. Едет у нас другой танк. Удар грома. Угу. Давай, едь. Едь ко мне. На. Ух ты. Так, я не хочу попадаться под его удары. Что у него удары мощные. А два раза мы его щелкнули, смотри. Так, быстренько лечение. О, опять 100%, представляешь? Мы уже две волны прошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты кто такой там вообще, алло? Катюша, да? Танк Катюша. Прям начал у нас стрелять. Сейчас мы всех уничтожим, гада. На-на-на-на-на-на-на, получай. Так, вот. О, перевернулся, смотри, на тебе жалом. У нас еще крутилка, циркулярная пила стоит. Так что мы их всех будем щелкать. Ого! Что-то у вас много здесь танков, алло. Что-то у вас стало много здесь. Ладно. Ну уже не, нормально, мы так быстро идем, проходим. Уничтожаем их, этих танков. Я считаю, очень даже неплохо. Так, давай. На! У меня уже пол хп, где же там уже босс, алло. Может, не надо так напролом прям идти, потому что танков, ну, очень много, ребята. Они просто бегут. На, держи, получай. Вот еще, смотри, сколько много танков. На. О, все. Ждем босса. А вот и босс, Легион. Мы не будем... Мы знаешь, как сделаем? Мы будем стрелять в него на расстоянии. Потому что он достаточно-таки сильно бьет. Вот и все, он умер. Уничтожили. Босс. Вот такой вот босс. Подлечились. Идем дальше. Теперь у нас, смотри, 50% хпшка. Ой-ой-ой-ой, вот этот нехороший. Катюша. Есть. О, да сколько вас много здесь, алло. Ребята. У вас очень много здесь. Сейчас я вас всех попробую отщелкать. Так, давай, едь сюда. Получай урон. Вражеский там, вонючка. О, готов. Готово, ребята. Все, взрывайте все. О, красненькие пошли, смотри. Пошли красненькие. Кстати, да, ребята, я хотела передать приветы еще. Ага. Мури Жене, Олегу Туманове,
геймеру Робину, Лес Геймеру, Александре, Елизавете и Максиму Павленко. Ребята, я вам передаю большой-большой привет. Спасибо, что смотрите ролики. Спасибо, что комментируете ролики, да. Ой-ой-ой-ой, нас взорвали, давайте возьмем. Подлечимся, вот, хорошо. А, на чем я остановился? Да, спасибо, друзья, что вы мои подписчики. Что вы смотрите и подписываетесь на канал. Я вам желаю хорошего настроения, отличных каникул. А также, конечно же, если хочешь, чтобы я тебе передал привет, напиши комментарий привет, поставь лайк этому видео. Ну, естественно, ты должен быть подписан на мой канал. И привет в следующем ролике я передам лично тебе. Ребятушки. Ну, а мы продолжаем. Ох, смотри, какие танки, а. Какие танки, как мы их уничтожаем легко. Относительно у нас уже здоровья мало. Я хочу дойти до босса. Получится мне дойти или нет, я не знаю. Вот, смотри, меня попадает, прям по жалу стрелял, я вон сверху увидел. Такие отблески. Опля, смотри, есть, готов. На, получай, вонючка. Ты тоже. О, сейчас меня уничтожат, вонючки. Ладно, как бы прошли мы этот уровень. Но мы побили еще и рекорд. Это очень хорошо, ребята. Еще генерал-майора мне дали. Офигеть, это очень хорошо. Всем привет, друзья, вы на канале Dotplay. И мы сегодня играем в Hills of Steel. Играем за наш Скорпион против боссов. И, ребята, посмотрим, сколько боссов мы сможем уничтожить с вами. Первый босс — удар грома. Так, подходим и стреляем. Есть ударчик. Тихо, он меня попал. На тебе. Он, видишь, он попадает в жало, потому что жало торчит на пол экрана нашего Скорпиона. Поэтому они легко нам попадают в нас. Поэтому тактика будет другая. Тактика будет нападение. Да. Скорпион будет просто нападать. Конкретно причем. Ну, либо, не знаю, сейчас посмотрим. Мне нужно как можно больше побить рекордов. Уничтожить танков. Так, это у нас какой-то третий уже танк. Нормально. Кнут. Сейчас мы его щелкнем. Есть, давай, есть, хорошо, конкретно. Конкретно мы его щелкнули. Ну, немножечко нам дамаг нанес. Гонец ада. Давай, едь ко мне. На, ты должен с одного раза уничтожаться, гад. Ага, с двух раз. Чуть-чуть, конечно. Ну, здоровье уже, смотри. Ой, здоровье-то у нас пофигарили нам. Давай, 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 давай. Умри, умри, есть. Ну, что ж делать со здоровьем-то? Так, едет лазерная пасть. Угу. На, получай. На. Сейчас мы его... Сейчас мы тебя щелкнем. Да. Лазерная пасть у нас не выдержала испытания. Пошла вторая волна. Так, давайте сейчас мы этого босса попробуем быстренько щелкнуть. Мы его отравили. Он даже не смог доехать. А-а-а! Смотри, а здесь, в принципе, мне неплохо. Я нахожусь. Сижу на таком холме, как паук. А, получается, скорпион — это и есть пауки. Отряд паукообразных. И я тут сейчас всех отщелкаю. Смотри, как хорошо. И вертолетчиков я смогу уничтожить. И танков уничтожить. И мне ничего за этого не будет. Смотри, как бы я могу сделать... В разные места стрелять. О! Есть. Он даже не успел выстрелить. Представляешь? Он был просто в шоке. Он подъехал такой, смотрит. Что это такое вообще? Что это за скорпион? Что это за танк такой страшный? Ага. И получил фашист-гранату. На, фашист-гранату. На, получай. Есть. Уничтожился. Фашистик. Так, поехал вертолетчик. На. Получай, подожди. Иди сюда назад, обратно. Гад, ты где там? Во, на, получай. Есть. Еще один ударчик и готов. Сейчас будет второй вертолет. Бомбардир, он поопасней. Он кидает бомбами.
На! Есть, 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 есть. Еще один удар, еще один удар. Ай, пожалуйста. Едь ко мне. Все, последний ударчик, и он уничтожился. Так. Кто там, лазерная пасть? Ага. Тебе мало было одного удара? Ладно, ты любишь унижаться? Сейчас я тебя отщелкаю. О-о-о-о-о-о-о. Начал стрелять и, конечно же, выпрыгнул бедолажечка с танка. Так, пошли. Пошли на повтор, ребята, танки. На! Сейчас я тебя отщелкаю, подожди. Есть, готов. Пойдемте, ребята, щелкать эти танки, как орешки. С помощью нашего хвоста. Хвост такой, джала, да? Так, ладно. Мы, в принципе, здесь сейчас станем. Раз, два, три. О, вот он танк. На. Сейчас стрелять начнет, смотри он. Ага, нет, не успел. Не успел выстрелить. Так, следующий танк. Легион едет. Хорошо. Сейчас мы здесь найдем хорошее место, чтобы тебя отщелкать. Да, он даже не успел ничего сделать, представляешь? И кнут. Кнут едет. Давай, кнутик, иди сюда. Ой-ой-ой, он сейчас стрелять начнет. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо жалом его мочить. Жалом. Все. Вертолеты пошли. Я слышу уже, как летят вертолетчики. Первый у нас такой вот вертолетчик поедет. На! Так, сколько вертолетов надо стрелять-то? 4 раза? Да, смотри, какие неживучие боссы. Вертолетчики. Угу. Бомбардир. Бомбардирчик, едь сюда. Лети, то есть. Лети, лети, лети ко мне, конечно же, красавчик. На тебе еще пару ударов. Тихо, 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 тихо. А, смотри, что творит. Смотри, что он творит. Такой вот гад, а? Они самые опасные, вот эти вот бомбардиры. Есть. Ну, теперь будет полегче. Полегче нам. Лазер, лазерная пасть. Едь ко мне, давай, давай. Опа. Так, это сейчас начну тоже стрелять. Смотри, это если он начнет стрелять. Ну, главное, чтобы он на меня не попал. Да, смотри, они стали сильнее. Почему-то, я не знаю, меня уничтожили. Ладно, мы его добьем. О, это что такое было? Лазерная пасть взорвался и... А, нет, это удар грома. А я думал, это лазерная пасть вторая едет. Да. Обычно с одного раза мы уничтожали танки. А сейчас, смотри. Они не победили. Ну, видимо, этот увеличивается у них все-таки. ХПшка. На, получи. Так вот, скорпион. Я подбежал и щелкнул. Так, следующий. Следующий, ребятушки, танк. Мы его будем сейчас жалом отрабатывать. Ну, хорошо, у меня стоит циркулярная пила. Едет дальше легиончик. Так, давай, легион, ко мне подъезжай. На, получай. Сейчас мы его отщелкаем. Есть, отщелкали. Отлично. О, кнут, 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 кнут. Надо, ну, они стали намного сильнее почему-то. О, видишь, уже стрелять начал с такого расстояния. Обычно с такого расстояния они не стреляют. Ну ладно. О, сейчас здесь встанем и будем его отстреливать. Все, отстреляли. У ребятушки пошли вертолетчики. Это будет очень жарко. Я не знаю, выдержу ли я. Нет, взорвался. Он меня просто-напросто взорвал. Ну что ж. Итого, рекорд у нас, мы побили, собственно, рекорд, 897 сейчас у нас рекордик, это очень хорошо.